Всем привет, с вами Таксику Фивайт, и мы открываем кейсы в CSGO. Всем привет! Я, в общем, решил открыть 6 фениксов, 2 авангарда новых, 1 охотничий и 1 прорыв. Итого 10 ключей я купил. Итак, открываем контейнер. Ну, как всегда, ничего не окупится. Выбрать предмет, используем давай. Ключ, давай. Я в лотерею уже, я прям уже в азарт вошел и... Давай. UMP-45, капра! Каким оружием просто это... Сука! Капрал, смотри, он еще закаленный в боях. Бля, это... Я такого не ожидал. О, капрал за 130 рублей я не хотел покупать. За 130, да. Мне аж плохо стало. Давай. А ты что так быстро? Надо немножко подождать, выбрать предмет, чтобы ножик там, ну, Макс 7. Тоже говнецо. А ты вообще что за Макс 7, если ни разу не бегал? Но это дробовик. Ну я понимаю, что это дробовик, но его боты только покупают, мне кажется. Так, не нажимай. Ну, ай. Да что ты такой суеверный? Смотри. Ну давай, ну. Жар, я его уже про, у меня уже выпадал он. Ну ладно, хоть что-то. Что-то такое это. Блин, так, давай теперь смотри, вот давай. Так, давай сейчас нажми открыть. Выбрать, так. Вот теперь вот снизу попробуй выбрать предмет, открыть. Вот оно же. Во, выбрать предмет. А вот теперь ждем, давай 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. А теперь можно, давай. Ну и посмотрим, окей, если я сейчас это... так сработает, я ее буду продавать вообще. Ну, почти. 200 рублей мог сейчас поднять. Ну, сержант тоже нормально с фамиком бегает, только у меня там свой фамик есть. Ну, блин, а? Фамик. Открыть контейнер. Так, давай так же сейчас, по той же схеме, давай. Ну, да, в общем-то, рабочая, слушай, да. Давай, ну, только на ножик, на ножик. Выбираем, нет. И какой капрал? Посмотри, я тебе отвечаю, смотри. Раз, два, Все, можешь, давай. Там уже больше 5 секунд прошло. Ну... Так, еще газ, сколько фиолетовых пушек. Так, и... Не, я говорил... Почва! Смотри, рядом капрал справа. Да... Не хватило до капрала. Вот Гейб троллит меня, капрал-то он мне не дал. 2 рубля. 2 рубля. Что-то вообще, что-то не форт. Ну, это всегда так, это привыкает. Это кейс, да. Это жизнь. Кейсы, да. Так, просто открою. А схема-то наша. Да, схема в жопу твою ну да. Ну вот видишь, вот, ну и на все. Вот почва. Видишь, не получается. Почва, я только на зомби, и то нормально у меня стоит пушка. А что, все, нету фениксов, вот все, блин. Все, феникс закончил, давай авангард, потом брейкаут, и сколько у нас там, 2 авангарда, да, получается? И, и авангардом, блин, закончим. 1300 рублей просто в помойку. Городская опасность. Ну нормально, слушай. Ну он тоже дешевый, да, пистолет, конечно, красивый, но дешевый. Ну я больше это не на деньги смотрю, а на красоту. Ну, хотя, если посмотри состояние пистолета. Да, давай посмотрим, так. Если он, конечно, с завода, то еще, не, немного не, поножку. Нормально. Поиграть-то сойдет. Так, стой, ножик выбирай. Нет, давай АК выбирай. Я лучше АК, да. Давай, выбери АК. Так, ждем 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Давай. Окей, погнали. Нет, давай, система. Там дробовик пролетел, да, с Татрек. Ну, выпал дротик МП-9, вот, блин. 10 стоит. Ну, я видел, что он полтинник в свое время стоил. Ну, это раньше, это как только операция вышла сейчас. Охотничий кейс. Ну, давай. Давай здесь на P90. А, здесь нет? Нет, а нет, модуль только. Вот, давай, модуль, давай. Да ты что гонишь? Ну, ты так хотел себе P90. Я хотел P90, ну... Они даже по 90 пролетели. Это статрек, магнит чуть не выплыло. Ну да, когти, у меня вроде есть когти. Ну, так, открыть контейнер, прорыв. Ой, прорыв пукана мой сейчас будет, это последний кейс. Ну давай, последний кейс, вот давай, ножик. А, вот по 90 там, давай. Ну, я больше... Зачем мне какой-то ножик, да? Да, зачем? Я не верю, что может выпасть ножик. Ну, на кейс так, открытие кейсов 10-е, может, но... Ну, МП-7, городская опасность. Такое... А даже не гевай! Тоже закаленный в боях. Как приятно наблюдать за тем, как не ты просираешь деньги, а кто-то другой. Сука! 1300, даже P90 не выпал. Посмотрите вот это вот. Посмотрите вот это. По рублю пошел продавать. Сука! Сука, сколько?
5 рублей. 5 рублей, ничего себе. Вы получите. А, даже 3. Да давай за 2, за рубль. Я принимаю, это надо нажать. Покупайте капрал за рубль. Да. Армейское качество. Солика нет на месте. Копит ману на выстрел. У меня даже... Я вот играл в Чернодасте, мне выпал прямо с завода янтарный градиент. И то лучше. А, так он у тебя... А сколько он стоит? Полтос где-то. Ну-ка, а сколько у тебя синих вещей? Вот, смотри, давай, вот нажми на какую-нибудь синюю вещь, и там будут контракты. Угу. Может, контракт сделаешь? Смотри, использовать вон в контракте обмена. Да, у тебя... О, давай контракт обмена заодно, бахнем. Давай, давай, вон когти давай. Так, выбрать для обмена, темная вода. Так, не темную воду, а темную воду оставь. Давай, тег 9, песчаная буря. Давай, капрал обязательно. О, негивы, негивы, смотри, негивы. Сверху сколько их. Давай, не жалко. Ой, еще вон еще один негив, еще, вон еще. Да, негив, да я с ним так. Просто на зомби бегал. Мне его жалко немножко, гексан. Не, у тебя там есть еще негивы, статрек. Видишь, статрек здесь нельзя положить, а у тебя статрек были еще. Ага, да, так. Давай, бизончик. Городской щебень, не, или уж оставить. После полевых, нет, зачем мне нужен? Ну да, ну давай. Обменяем, давай. Сейчас тоже комплект говница выпадет за 2 рубля. Так, как всегда надо замазать. Так, напишу. Гейблог. Нет, я... Что, нет, это разве не так? Нет, подпись, видишь, такс. А, такс. Так, отправим контракт. Давай, давай. И... И нам выпадает. И нам выпадает, и... И... А, и где? А, ничего не видно. Капрал. Причал, двойные береты. Не, ну, слышите, прикольно, кстати, ну, получше выглядит уж. Да. Ну-ка. Продать сколько на торговке. Так стоит. Сколько ты купил сейчас? Мне кажется, нисколько. Даже не грузит, типа, ты чё? Ты чё грузишь-то тут мне, да? О, а чё не грузит-то? Не знаю, давай снова. Давай еще раз попробуй. Так, 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 так. Что-то не хочет у тебя грузить, а посмотри через инвентарь, просто нажми на пушку. Смотри, вон инвентарь у тебя. Ну. Ну ладно, забей. Ну рублей 50, я думаю, будет стоить. Ну в общем, спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх. В этой серии немножко не фартануло, но чем больше будет лайков под видео, тем больше будет открытий кейсов. Всем пока и спасибо за просмотр. С вами был Такс и Coffee White. Всем пока-пока.